Коллеги, Prodexpo 2022, второй день выставки. Мы продолжаем вести свою деятельность из нашего пресс-центра. Здравствуйте, давайте познакомимся с вами. Здравствуйте, меня зовут Максим Закрыжевский. Я являюсь представителем кондитерской фабрики «Сладис», которая находится в городе Ульяновск, на родине Ленина. И производит очень интересные кондитерские изделия, пирожные, конфеты. Вот, приехал сюда в поисках новых партнеров, клиентов. Хотелось бы увидеть, конечно, среди клиентов больше региональных сетей, федеральные, естественно. Вот. А продукция своей могу сказать, что она очень адаптирована под наш рынок средний минус. Есть линейки средний плюс. Все сложное, все качественно. Задействовано несколько линеек оборудования в производстве той или иной продукции. Да? То есть есть пирожные, которые многослойные, к примеру. Я, к сожалению, сейчас с собой не взял. Вот. Как пример могу показать конфеты «Птичье молоко» у нас очень хорошие, очень проходимые и по качеству, и по цене прям идеально. Что еще добавить? Фабрика с 2012 года работает, состоит из нескольких корпусов, где стоит абсолютно новое оборудование, как, к примеру, турецкая линия конфет. Была недавно приобретена. Сейчас рассчитываем найти покупателя на целый спектр конфетный, да, так скажем. Вот. Ну, как бы вот вкратце, если... Вкратце уже очень интересно, да. Я так понимаю, что у нас линейка товаров такая большая, что на столе бы у нас просто не поместилось. Да. И наверняка у вас где-то есть, может быть, стенд, куда мы могли бы отправить всех посетителей выставки и ваших потенциальных партнеров. Да, есть стенд, он находится во втором павильоне, в пятом зале, вот, 25В10. Приходите, пожалуйста, там у нас стоят технолог, стоит представитель по продажам, все рассказывают, показывают, меняются контактами, вручают образцы, ну, предварительные переговоры проводят. Вы та компания, которая заключает договор еще пряником, как бы спонсирует, условным пряником, я так понимаю, конфеткой и так далее. Послащивает намерение пряником, да. Ваш партнер уходит не с пустыми руками. Абсолютно точно, да. Это замечательно. Пожелаем вам удачи на нашей выставке. Спасибо. Удачных бизнес-партнеров. Спасибо большое вам. До свидания. И вам спасибо. До свидания.